цель была, наверное, чтобы доставить детям, прежде всего, радость, чтобы они почувствовали заботу о себе. Ощущения испытал, если честно, очень такие необычные, радостные. Зарядился положительными эмоциями, увидев детей. Как, несмотря на те сложности, с которыми столкнулись, они все жизнерадостные, все очень улыбчивые. И это даже растрогало меня. Вопросы задавали, как стать футболистом, как стать вратарем. И мы пообещали, что пригласим их на ближайший матч. И я думаю, тогда будет даже нам самим приятно, что когда дети посетят, это даст команде такой прилив сил. Думаю, это будет очень положительный урок для со стороны и детского дома, и нашей команды. И думаю, может даже делать почаще такие мероприятия. Это полезно для всех. Мне кажется, такие акции все равно, они больше дают вот именно жизненные чувства, которые, чтобы все равно мы увидели другую сторону. И это очень полезное мероприятие, я очень рад был посетить его.